Добро пожаловать на передачу «Рассвет пробуждения». Сегодня мы отмечаем особый праздник. Мы отмечаем воскресение Господа Иисуса Христа. Эта проповедь станет большим благословением для вас. Мы провели служение. Господь будет говорить с вашим сердцем. Он будет говорить в ваш дух. Сегодня мы с вами погрузимся в Божье Слово. Мы узнаем о том, что наш Господь Иисус Христос совершил на кресте Голгофы ради нас. Моя сегодняшняя проповедь называется «Пять благословений воскресения Иисуса Христа». Пять благословений воскресения Иисуса. Итак, откройте вторую главу послания Римлянам. Откройте первую. Откройте первую главу послания Римлянам. 3-4 стих. Святой апостол Павел объясняет важность воскресения Мессии. Давайте вместе прочтем то, о чем говорит великий Божий служитель Павел о сыне своем Иисусе Христе, который родился от семени Давидова по плоти. Господь Иисус Христос открылся как Сын Божий в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых. Павел говорит, апостолы рассказывали о Господе Иисусе Христе как о Сыне Бога, который воскрес из мертвых. Первое служение от воскресшего Христа заключается в том, что мы служим живому Богу. Посетите могилы Мухаммеда, Конфуция или могилы других духовных лидеров, которые жили на нашей земле. Приблизьтесь к границам этих знаменитых личностей, и вы обнаружите там их бренные останки. Вы увидите то, что они были похоронены там, и вы увидите то, что их тела истлели. Но как мы говорим о воскресении Господа Иисуса Христа, то здесь мы видим разницу. Мы видим разницу между Ним и другими религиозными руководителями. Он единственный, кто воскрес из мертвых. Он пророчествовал об этом. Библия говорит, что Иисус Христос — это Сын Бога, потому что Бог Отец оживил Его. Вот первое благословение воскресения Сына. Господь Иисус Христос отличается от всех лидеров других религий и духовных течений мира. Иисус Христос воскрес телесно. Мы служим живому Богу. Номер два. Откройте 15 главу первого послания Коринфянам, 17 стих. Второе благословение заключается в том, что Христос освободил нас от греха. Это еще один плюс воскресения. Христос освободил нас от власти греха. Давайте читать. «Если Господь Иисус Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще живете в грехах». Итак, Павел утверждает, то, что если бы Христос не воскрес из мертвых, то мы бы жили в грехах. Таким образом, если бы Иисуса распяли, но Он не ожил, то весь духовный подвиг Христа был бы напрасным и бессмысленным. Тогда Отец не простил бы нас, и мы не имели доступа к Богу. Искупитель Иисус воскрес из мертвых для того, чтобы приобрести для нас доступ к Отцу. Что бы произошло, если бы наш Спаситель Иисус Христос не воскрес из мертвых? Он оказался бы лжецом, потому что Христос пророчествовал «Я умру и воскресну в третий день». Если бы Он не воскрес, то мы бы не доверяли Ему. Наша вера опирается на воскресение Иисуса. Без воскресения нет веры. Святой апостол Павел говорит об этом. Так, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Наша вера тщетна.
Вы до сих пор живете в ваших грехах. Вы в грехе. Таким образом, вы и я приняли все благословения и преимущества креста и воскресения Божьего Сына благодаря воскресению Господа Иисуса. Поэтому Отец простил нам грехи, и теперь мы свободны от силы греха и смерти. Номер три. Это еще одно благословение. Наш Иисус Христос подарил нам великую надежду на наше славное будущее. Откройте 15 главу 1 послания к Коринфянам, 51 и 52 стих. Апостол говорит о будущем воскрешении верующих в Иисуса Христа. Святой апостол Павел написал: «Братья, я говорю вам тайну, не все мы умрем, но все мы изменимся». Далее святой апостол Павел пишет: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это означает то, что если вы и я умрем, веря в нашего Господа Иисуса Христа, то мы воскреснем. Если мы умрем, веруя в Господа Христа, то Бог оживит наши тела при возвращении Господа Иисуса Христа. Следовательно, Иисус дал нам надежду в будущее воскресение. Четвертый пункт. Вы знаете, Всевышний подарил нам возможность освободиться от страха перед нашей с вами физической смертью. Воскресение дает нам это. Это сказано в послании евреям. Я верю в то, что изучение Библии — это чудесно. Мы видим то, что Христос совершил для нас. Это дарит нам веру и надежду пройти через все наши испытания. Бог поставил нас на скале, на Иисусе Христе. Послание евреям, глава 2, стих 14. Вот что пишет автор послания. «А как дети причастны к плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Апостол говорит «избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мы были в рабстве. «Избавить тех, которые были подвержены рабству от страха смерти». Это означает, что мы получили свободу от страха перед смертью благодаря воскресению. Самый большой страх — это страх перед смертью. Если опросить прохожих о смерти, то никто не захочет говорить с вами об этом, потому что вопрос о готовности умереть пугает людей. Люди задаются вопросом: «А что будет со мной, когда я умру? Куда я попаду? И есть ли жизнь после смерти?» Человечество боится смерти больше всего. Почему все боятся заболеть коронавирусом? Все боятся умереть. Смерть является реальным врагом человека. Библия говорит о том, что Бог победил ее. Когда Господь открывает вам воскресение, то мы перестаем опасаться смерти. Теперь мы знаем то, что когда мы умрем, то Господь оживит нас, и никто не сможет уничтожить нас. Четвертый пункт. Бог победил страх смерти. Пятый пункт. Вы понимаете, мы с вами только что коснулись слегка темы о крестном подвиге нашего чудесного Господа Иисуса Христа. Церковь, если мы понимаем эту тему, тогда наша жизнь обогатится верой. Наша жизнь с благословением Господом Иисуса Христа станет намного лучше. 2 Коринфянам, глава 5, стих 17. Пятый пункт. Это доступ верующих к новой жизни в Боге Иисусе Христе. Слава Богу за воскресение. Этот стих является известным стихом. Итак, кто живет в нашем Господе Иисусе Христе, тот новое творение, древнее и старое уже прошло. Теперь наступило все новое. Благодаря своему воскресению наш Спаситель
Искупитель Иисус Христос победил смерть, грех, ад, преисподнюю и могилу ради нас. Когда Иисус встал из мертвых, Он воскрес как победитель. Иисус Христос подарил жизнь. Иисус Христос подарил прощение. Иисус Христос подарил спасение, прощение, исцеление каждому, кто верит в Него. Пятое благословение. Это доступ к новой вечной жизни. Каждый христианин обладает этой новой вечной жизнью уже сейчас на земле. Мы переживаем силу воскресшего Господа Иисуса сейчас. Во время этого телевещания я помолюсь Всевышнему о том, чтобы мы испытали силу воскресения Господа Иисуса Христа в своем теле, в своем рассудке. Я помолюсь о том, чтобы Господь дал нам силу воскресения Господа Иисуса Христа в нашу жизнь. Я верю в то, когда мы узнаем благословение воскресения, то растет наша уверенность в Боге. Я верю, что мы побеждаем жизненные трудности и страх перед будущим. Мы побеждаем тревогу и депрессию. Мы победим самого большого врага по имени смерть. Иисус победил самого страшного врага. Он умер и воскрес. Давайте повторим 5 благословений воскресения Господа Иисуса. Номер 1. Мы служим нашему живому Господу Иисусу Христу. Номер 2. Он освободил нас от силы греха. Номер 3. Иисус подарил нам надежду на грядущее воскресение. Номер 4. Мы получаем свободу от страха перед смертью благодаря воскресению Христа. Номер 5. У вас есть доступ к новой жизни во Христе Иисусе. Мы принимаем все блага Царства Бога, когда мы верим. Мы приняли все то, чем мы обладаем в Христе Иисусе. Верую. Аминь. А сейчас я помолюсь о вас. Иисус Христос проявил силу Своего воскресения в вашей жизни и в жизни вашей семьи сегодня. А сейчас я хочу помолиться о том, чтобы Божий Святой Дух подарил вам силу воскресшего Господа и Спасителя Иисуса Христа сегодня. Если вы нуждаетесь в чем-то, или если вы испытываете трудности, то вам нужно вспомнить о том, что у вас есть доступ к совершенно новой жизни во Христе. Сейчас вы говорите: «Пастор Гермес, я слышал о воскрешении Иисуса Христа, я слышал о Его смерти, и что Он воскрес на третий день, но я никогда не принимал Иисуса как Господа». Я хочу сказать о том, что сегодня тот день, когда вам нужно принять Его. Это чудесный день. Это день, когда вы принимаете Иисуса. Сила, о которой говорит Библия, это сила для вашего спасения. Она войдет в вас, и Бог запишет ваше имя в книгу жизни. Бог простит ваши грехи. Библия говорит: все согрешили и лишены славы Бога. Все согрешили. Библия говорит: плата за грех — это смерть. Но существует Божий дар. Вечная жизнь является даром. Жизнь в Иисусе доступна нам. Библия говорит: вечная жизнь — это подарок каждому из живущих. Мы заслужили наказание. Мы заслужили преисподнюю. Но Иисус взял наше наказание, наши болезни и наши недуги на Себя. Иисус Христос был распят, но Он воскрес из мертвых. Иисус предлагает новую жизнь каждому человеку из народов, из племен, из всех языков. Примите Его. Вы станете Детем Бога. Если вы хотите принять Иисуса в свое сердце, то молитесь. Повторяя слова следующей молитвы со мной, попросите Его спасти вас. Скажите: «Иисус, я признаю себя грешником. Прости меня. Спасибо за Твою смерть на кресте, за мои грехи. Отец, спасибо за воскресение Иисуса. Бог, войди в мое сердце, очисти меня, прости меня. Напиши мое имя в книге жизни. Подари мне дар вечной жизни. Прямо сейчас я признаю Иисуса Христа моим Господом
и Спасителем. Боже, я принимаю Твой подарок, прощение во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы молились сейчас, то я хочу сказать вам, что Христос вселился в ваше сердце. Вы прощены и освобождены во имя Иисуса. Сейчас я помолюсь за тех, кто болеет, и за тех, у кого проблемы. Я помолюсь о том, чтобы Бог совершил чудо для вас и вашей семьи. Отец, я молюсь за всех, кто болен. Во имя Иисуса Христа, Боже, я молюсь о Твоем чуде для них. Отец, пусть придут Твоя сила, Твоя слава и помазание. Во имя Иисуса Христа, пусть помазание течет, касается, избавляет и исцеляет людей. Я провозглашаю исцеление больных во имя Иисуса. Я провозглашаю силу для слабых и силу для нуждающихся. Я благодарю Тебя во имя Господа Иисуса за освобождение угнетенных. Отец, освободи пленных и прославь Свое имя в каждом доме. Мы провозглашаем во имя Иисуса Христа о том, что сила воскресшего Господа начинает действовать в каждом доме ради славы имени Господа Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Слава Богу! Благословений вам! Желаю вам счастливого дня воскресения! Будьте исцелены прямо сейчас, от макушки головы до ступни. Будьте исцелены. Сила Бога сходит на вас сейчас. Боль уходит. Боль уходит. Иисус. Аллилуйя. Как вы? Вам больно? Вы пришли с болью? Да, вы знаете, у меня болен желудок. Уходит? Да. Закрой глаза. Бог, спасибо Тебе за то, что боль уходит. Я приказываю всей боли уйти. Уйти полностью. Уйти полностью во имя Иисуса. Уйди. Уйди полностью. На 100%. Как себя чувствуете? Вся боль ушла. Спасибо. Спасибо, Бог. Аллилуйя. 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Бог! Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Спасибо, Бог! Вы повредили сустав давно? 2 недели назад. Повредили манжету? Да. Да. Сестра повредила манжету. Это больно. Рука исцелена. Вот это да, слава Богу. Слава Иисусу. Сестра исцелилась. Вам больно? Вам было больно? Я подставляла подушку. Я поддерживала ее рукой. Вот это да. Как вы повредили ее? Вы упали? Во сне? Да уж. Поднимите руки. Она была глухой. Да? 20 лет. Идите сюда. Вы слышали? 20 лет. Она не слышала. Пригласите сюда мужа. Закройте уши. Закройте. Закройте. Аллилуйя.
Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Посмотрите на меня. Аллилуйя. 20 лет. Аллилуйя. Поднимите руки. Аллилуйя. Есть ли еще человек, который плохо слышит? Выходите. 15 лет. 15 лет. Закройте глаза. Она не слышит. Я приказываю ушам открыться полностью во имя Господа Иисуса Христа. Исцелись. Исцелись. Откройся. Откройся во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Шум ушел. 15 лет. 15 лет болезнь оставила сестру. Нет шума в ушах. Я заболела еще ребенком. Она заболела в детстве. Аллилуйя. Что вы чувствуете? Святой Дух течет по всему моему телу. Святой Дух движется. Это происходит сейчас. Он влияет на меня. Я исцеляюсь больше и больше. Он являет силу. Аллилуйя. Делайте то, что вы не могли делать. Исцелитесь. Сейчас. Сейчас кто-то еще исцелился. Примите исцеление. Отец, спасибо. Это не сила людей. Это не власть людей. Но это сила Духа Господа. Святой Дух посещает тех, кто верит и принимает. Тех, кто верит и принимает. Смотри на крест и помни ту великую жертву, принесенную ради тебя. Крест приносит исцеление и приносит силу. Она просто горит. Она горячая. Я серьезно. Она горит. Ha ha ha. Uva selka. Amen. Valtava herra. Valtava kiitos. Somebody.
Поднимите руки. Поднимите руку, если вы почувствовали исцеление в своем теле. Бог творит чудеса. Не переживай. Расскажи сейчас во имя Иисуса. Что случилось? Henry on ollut polvessa viime kerralla. Mahti se on pystynyt mennä polville joulukuusta. Хвала Богу. Спасибо, Иисус. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Огонь. Я повредил плечевой сустав. Сколько? Это серьезно. Начните двигать рукой. Слава Богу. We'll be right back.